Привет, друзья, подписчики мои! В прошлом ролике я показывал, как починить данный драйвер, друзья мои, но он у нас почему-то не включился. Сегодня постараемся им посражаться, и будем мы сражаться топ-сборкой Tempest Dragon на нем и, конечно же, World Spigen на таком же драйвере. Где нам взять детали? Берем вот такой драйвер, который у меня был уже до. Проверим сейчас его обязательно. О, он заработал, надо же. А этот что-то не работает. Ну ладно. А теперь разбираем полностью волчки. Все мы с них снимаем. Вообще все выковыриваем. Дальше нам нужны две... Теперь ты будешь меня бесить, да? Молодец. А, может, я просто думаю, может, я в прошлом ролике... Да нет, нет, я правильно вставил. Он же светится правильно, потому что как иначе? Странно. Ладно. А, нам нужны два... Два вот таких вот колечка. Значит, одно колечко у нас от Рактовора. Вот такое красное. Второе золотое от Нерактовора. Теперь берем золотое, ставим вот сюда. Оп, красиво. И красное ставим на Спригана. Оп, красиво. Собираем два эти прекрасные Бейблейда. Или двух прекрасных Бейблейдов. Все, я включил и я починил. Итак, два волчка готовы сражаться. Оба зеленые, но этот не работает. Но может заработать, сейчас узнаем. Итак, первый запуск. Фишка этого драйвера, о чем я, кстати, не сказал в прошлом ролике, что он подкручивается и дает дополнительный импульс. Импульс бесконечно. Он заработал! Мне кажется, он заработал. Итак, друзья мои, и именно в такой комбинации вы сможете сражаться против всеми нелюбимых больших дисков от СБ и с легкостью их выносить. А почему-то World Spigen творит фигню, поэтому идеальный баланс. Но он включен. Не, а этот не включен. А если мы заменим, подожди. Поставим работающий на Tempest Dragon. Tempest Dragon и такой драйвер — это идеальный баланс скорости, прочности, маневренности, уверенности в завтрашнем дайне. Погнали! Beyblade Burst! Итак, Tempest Dragon нападает на World Spigen. World Spigen пытается обороняться. Но что же будет? Что же сейчас произойдет? Что сейчас случится? Мне страшно представить, друзья мои. И смотри, включенный Spigen вращается лучше. О, вернее, нет, подожди. Отключенный драйвер вращается лучше. Может быть, из-за дополнительного... Вот что у меня с пускателем? Может быть, еще из-за каких-то факторов внезапности. Итак. Опа, опа! Tempest Dragon с включенным драйвером. Посмотри, что происходит, что творит. И вот сейчас они нашли идеальный баланс. Ой-ой-ой-ой-ой! Tempest Dragon ускоряется по белой моей прекрасной арене и нападает. И кто же сейчас проиграет, друзья мои? Tempest Dragon с включенным драйвером показал себя лучше. Подожди, давай еще раз заменим. Может быть, надо заменить. Давайте заменим. Погнали! Beyblade Burst! Итак... Tempest Dragon теперь вращается на выключенном драйвере. Как же мне нравятся эти потрясающие драйвера. Надеюсь, вам тоже. Итак, Tempest Dragon против World Spigen. На! И, слушай, World побеждает, друзья. Я даже думаю завтра сделать видео отдельное про World на этом драйвере. Сможет ли он всех победить? Вот это будет интересно. Но сегодня давайте уже доиграем. Tempest Dragon против World Spigen. Итак, у нас батл. Друзья мои, кто вам нравится больше, Tempest или World? Пишите об этом в комментариях. Ждете ли вы шестой сезон? Нравится ли вам мой канал? Подписывайся, ставь лайк. Вот, друзья мои, совершенно скоро поедем в секретный бункер с Бейблейдами. Совершенно скоро уже будет у нас Infinity Ахиллес. Совершенно скоро новые арены от Hasbro, ребятки. Новые турниры, новое всякое разное. Поэтому, ребятки, не пропускайте новое видео. Сейчас у меня такая неделька плюс-минус отдыха. Вот, но скоро, поверьте мне, здесь, на этом канале, будет просто что-то совершенно фантастическое, друзья мои. И не забывайте об этом. На этом сегодня все. С вами был Отличный Гамоша. Завтра, уже завтра, новое видео. Поэтому не пропускайте, не отписывайтесь ни в коем случае. У нас побеждает Tempest Dragon, даже без включенного. Вернее, он включен, но почему-то импульса и отдачи от него нету. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему. Я погнал тестировать World Spigen, друзья мои. А вы
Пишите комментарии, ссылочки на все описание к этому видео. А всем удачи, всем пока-пока. А Темпос до сих пор вращается. Вот такой бой.